motherfucker. В общем, как мы поняли из видео, дела у нас не очень хорошо идут. Так, и куда нам дальше? Найти помощь. Это я типа это, скафандр снял. Ага. Ага. В общем, сейчас начнется самое интересное. Здесь проход закрыт. Охренеть. Равновесие станции нарушено. Пройдите в ближайший контрольный пункт и оставайтесь там, пока станция не примет нормальное положение. Пока станция не примет нормальное положение. Окей, хорошо. Прикольно. Вау! Черт! Оули. Черт. А как нам пройти? А, смотри. Это шлюк, мать его. Как аутентично. Огонь. Очень круто, ребят. Очень, очень атмосферно, мать его. Хотели ужасы, вот вам ужасы. Вот сюда, походу. Так, красненькая. Красненькая — это жопа. Так, мы добрались до первой точки, сохранимся. Папка повреждена. Вот, есть что-то. Станцию Севастополь решено демонтировать. Короче, станцию выводят из эксплуатации. Вот что здесь происходит. Так, короче, пацаны, в общем, жопа какая-то творится. И чё? Ну, давай, типа, сюда. Дальше. Нихера, я... Зараза. Такому ужасу меня еще никто не готовил. Это было так внезапно. Самое главное, это было страшно. Что там написано? Хрен пойми, что это значит. Какие-то буквы. Смотрите, у нас там что-то есть. И тут что-то есть. Давайте залезем наверх. Не уверен, что это закончится чем-то хорошим. Так будет спокойнее. Сейчас открываем, и тут хера как. Как нахер как. Эй. Есть тут кто? Есть неприятности. Так, это вот Севастополь станция. Так, мы прошли, значит, нам теперь нужно куда? Нам нужно отправление. Угу. Зал ожидания, надо в зал ожидания. Ну, надо так надо. Смотрите-ка, сохранялочка. А, все, я понял. Да, завели. С
Посмотрим. Личное. Так, в одном из шкафчиков найдешь код 0340. Не волнуйся, туда никто не ходит после того, что случилось в терминале. Еще у нас кончились лекарства и воды совсем мало. Теперь твоя очередь, и за припасами, может, это научит тебя бережливо обращаться с добычей. Короче, шкафчик 0340. Короче, не люблю читать. Здесь хоть что-нибудь работает? Вот страшно, вот серьезно. Когда ни хрена не понятно, очень становится страшно. Подать энергию к двери. Как я ее подам? Ага. Вот, кажется. Ноль. Ноль. Три. Сорок. Там же письмо мы читали, да? Охренеть, вот я умный. Так. Угу. Карта. Нажмите, чтобы использовать чертеж. Так, ладно. Смотрим. Ищем. Тут, короче, все без энергии, все так странно. Ну, как вариант, можно пойти обратно. Помните, мы что-то не дошли? Инженерный сектор. И все без точки. Где у нас инженерный сектор? В общем, надо вернуться обратно. Офигеть. А здесь мы не ходили еще. А куда же дальше? Может быть, где-то проход должен быть? Куда мне дальше идти? Может, тут лестница где есть? Да, просто с кнопки надо было нажать подать электричество. Нормально. Так, я открыл двери, и люди вот отсюда выбежали, побежали вон туда. Офигеть. Что ж, побежали за ними. Офигеть. Походу, станция разваливается. Что тут случилось? Да, реально. Короче, нездоровая какая-то херня. Давайте поднимемся выше, рассмотрим все сверху. Выйти на связь с Торренсоном. Твою ж мать! А что произошло?
Нихерово так, короче, вообще, да? В жопотемень сразу окунули нас. Я так полагаю, нам куда-то сюда. Наверное. Аварийное освещение, ну давай. А вон и наш заветный проход. Жильем вас обеспечивает компания «Шоссе», названная в честь основателя корпорации «Сиксон». Что там такое? Предлагаются комфортабельные квартиры. А те, кто... Тут что-то есть, да? Могут остановиться в номерах. Ладно. Джулия? Джонс, после многочисленных требований рассказать правду о том, что происходит на Севастополе, начальник службы безопасности Уэйтс наконец объявил собрание. Но ничего конкретного мы так и не узнали.